Ну понятно тут. Надо что-то с этим делать. На пятаке там всегда там концентрация нарушений сегодня. Ну пускай, что, он же не хочет. Встань сюда, Сань, спереди, я уточню у него. И будет извиняться. Может извиниться. Ё-моё, ни хрена себе, ты чё, дядя? Нормально себя чувствуешь? По-моему, нездоровый какой-то. Какой-то нездоровый дядя. Вот это реакция у вас, мужчина. Да, нормально, повезло. Придурок. А сейчас он сюда еще поедет. Подождите. Да, бывают же такие вот неадекваты. Ну ладно, потом привлечем как-нибудь. Сегодня не удалось. Я его запомню. Да, мы его запомним. И номер записали. Ты видел, дядька? Не пойму ничего. Так, ладно, уехал. Идем дальше. Здравствуйте. Здрасте. На будущее ставьте параллельно край проезжей части. Параллельно, перпендикуляр нельзя вот так под углом ставить. Пункт 12.2 и на 5 минут, но вы не более 5 минут, я знаю. Да. Ну, параллельно просто. Да, и не колеса подкачать, а то вот давление вообще на тумане. Да вроде нормально. Да, вроде нормально все. Ладно, до свидания. Для вашей безопасности. Для вашей безопасности не забывайте перестегиваться, пожалуйста. Я всегда пристегнута, всегда? Я врач. А, все четко, вы только подмышку как-то. Ладно, до свидания. Потому что вы ни разу не видели перерезанных шей ремнем. Это хорошо, что не видели. Надеюсь, и не увидим. Да. Я понял, до свидания. Так, сегодня здесь, да, концентрация в этом месте. Здравствуйте. Вот так нельзя вот перпендикулярно ставить. Надо параллельно и на 5 минут. Это же знак вот впереди. Да, будьте добры. Народное порицание, да? Ну да, работает. Тот восстал вообще надолго, глянь, уже минут 20, наверное, стоит. Мешает. А, ВРН, вот как раз мы его сегодня уже замечание делали неоднократно. А он все равно поставил. Хорошо. Так, холодает. Потихонечку уже, наверное, градусов около минус 10. Так, там тоже нельзя. А, вот с этой стороны можно, да. Мужчина, сзади вас знак 3.27, здесь вообще останавливаться нельзя, на этой стороне. А, на той, на той только 5 минут, да, можно. Там знак 3.28, а здесь 3.27, на этой стороне. Так, все, переставляет. Конец, и так, со второй попытки получилось. Алло. 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 Ну когда инспекторы приедут, Орджоникидзе, 36? Когда? Только не говорите, в ближайшее время, а то... А то не получается в кратчайшие сроки, в ближайшее время. Уже все сроки прошли, кратчайшие. В кратчайшие сроки к вам будет поедет экипаж. Что значит кратчайшие сроки? Уже с 10 утра едут.
7 часов сейчас будут. Кратчайшие сроки к вам приедет экипаж. А какие у вас сроки кратчайшие? Это как понять? Нет у нас определение кратчайших сроков. Вот о чем говорите. Нет, там есть кратчайшие сроки определения. Жалобу на себя тогда принимайте. Хорошо, сейчас приеду. И на инспекторов, которые, на ГИБДД, которые не может организовать. Прибытие инспекторов, как вы говорите, в кратчайшие сроки. Что? Никто. В кратчайшие сроки. Вот это да. Вот это. Вот это да. Пока на месте. Алло, вы что там, жалобы? Я записываю ваши данные, секундочку. Не хотите принимать, что ли? Электронную почту вашу записываю. А, ну давайте, давайте. Вам там тепло. Вам там тепло, хорошо? А? Ну, тепло у вас. Температура нормально, выше 18 градусов у вас в помещении. Тепла. Не подскажете? А? Я у вас спрашиваю, вы слышите мой вопрос? Вопрос слышите, нет? ДПС, которые... Я говорю, вопрос, вы слышите, у вас выше 18 градусов в помещении? Просто спрашиваю, у вас выше? Да я не обязан. Но я говорю, у вас выше, у вас нормально, тепло у вас там, все хорошо? Все хорошо, да? А вот здесь на улице минус 10 примерно. И мы находимся здесь 10:30. Вот уже 7 часов, приблизительно 20 минут. Ожидать. Что ожидать? Кого? Ваша жалоба принята ожидать. Кого ожидать? Какая жалоба? Я не продиктовал. Надо же инкет решить жалобу на сотрудников ДПС, который не принимает меры, долгое время не приезжает для эвакуации автомобиля. Да, и на вашу жалобу тоже хочу подать. Давайте. На ваше бездействие. Вот подаю. Отдельно или здесь? Не, давайте в этой, в одной. А? В одной давайте. В одной. В одной жалобе все оставим. Все, уже эвакуаторы закончили работу. Можно не приезжать, в принципе. Ой, дотянули, удалось вам это сделать. Все вместе. Все, ваша жалоба принята. Что жалоба? На какая? Какой? Какой текст? 8641. Да, ну... Какой текст? От Женикида 36. Жалоба да. Сотрудников ДПС, которые не приезжают на настоящее время, не прибыли на эвакуацию автомобилей. Жалоба да. Сотрудников УВД не организовали работу кого? Не организовали работу кого? По эвакуации автомобилей. Ну, как вы сказали. Да. Что? Да, да, да. И также не сообщает, когда прибудут инспекторы. Вы же не сообщаете? Сообщает время. Да, не сообщает время прибытия, да. Более 7 часов я здесь нахожусь. Почти 7 часов 30 минут. Ни одна машина не эвакуирована. И практически, ну, один или два только привлечены из тех, кто стоял в зоне действия знака. И то случайно пришли.
Все, ни один водитель не привлечен практически, кто стоял в зоне действия знаков. То есть по какому обращению я обращался изначально? Ну, с каким обращением? Потому вообще не принято никаких мер. Когда приедут инспекторы? Они ДТП уже давным-давно заканчивали оформлять, уже час назад где-то. Вы мне сказали. Вы. Бросил трубку. Так, ну в общем оказалось, что я все деньги проговорил. Получается сегодня не он бросил трубку, а я все деньги проговорил, получается, все. У меня все минуты. Для продолжения звонка получается вам необходимо пополнить счет. Вы можете получить обещанный платеж 350 рублей на трое суток с комиссией 40. В общем, получается, значит, сегодня что? Все деньги проговорил, все деньги закончились в течение дня. Вот все потратил на звонки в ГИБДД, в Москву, в ГУВД и в УМВД по городу Воронежу. Вот что происходило сегодня. Но так никто и не приехал. То есть в ближайшее время, видите, насколько затянулось. Там никого нет. Кто? Где нарушитель? Вы? Здравствуйте. А что нарушаем-то? Все, больше не буду. Да? Не знала. Обещаете? Обещаю, клянусь. Ну, все, больше ладно. Никогда этой машины здесь стоять не будет. Не будет, да? Хорошо. Все. Так, ждем, значит, инспектора. Продолжаем. Деньги у меня закончились. Все по звонкам. Сегодня в течение дня на протяжении 7 часов совершил кучу звонков. Видите, я больше не могу звонить. Больше. Здравствуйте. Здесь вот так можно параллельно поставить, но не более 5 минут, потому что знак, вот видите, 3.28 стоит. Если 5 минут уложитесь, вот так можете поставить. Классный водитель отреагировал. Ну, вроде да, все. Да. Уезжает, переставляет. Куда там Алексей? Сейчас переставь. В УМВД надо звонить, а то у меня все деньги закончились. А я инспектор. Фамилия? Волчков. Волчков, да, здравствуйте. Тепло там. Меня Александр зовут. Я хотел поинтересоваться. Плохо, Александр меня зовут. Слышу. Хотел поинтересоваться, у вас там тепло. А для такой цели, что вы целых 6 часов тут нет, нам все, обещаниями кормите, а мы тут морозимся на улице. Когда на Орджоникидзе 36 приедет кто-нибудь? Он сейчас приедет. А дальше сейчас. Да я это слышал уже неоднократно. Занимайтесь нравоучениями. Я спрашиваю, в цирке не подрабатываете по совместительству? Слушайте, граждан. Вы вопрос поняли, нет? Вопрос понятен мой. Говорю, в цирке не подрабатывайте вы. Брось. Не берут уже труп. Все. Все. Все понятно, что здесь. Здесь что творят. Вот, разъезжают все нарушители пока. Потихонечку. Пошли в ВВД, жалобу оставлю. Что еще делать?
пешком пойдем. 17.55, никто не приехал, я что-то... Все, пойдем, жалоба оставлю, и все, да. Будем заканчивать здесь. Мы находились здесь более 7 часов. Ну, что мы можем сделать в этой ситуации? Все, что можно, мы сделали, деньги у меня закончились, которым, значит, я потратил на звонки все сегодня. Ну, идем в ГУВД, сейчас оставим жалобу, и на этом все здесь. Больше ничего мы не можем сделать. Бездействие тотальное. По моему мнению, врут нам на каждом шагу. Подходим к зданию ГУВД. Сейчас будем оставлять жалобу на бездействие. Что мы еще можем здесь делать в данном случае? Ну и, конечно же, попросим добиться, чтобы уточнили. Так, что-то не пойму. От перекрестка нет 5 метров. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас от перекрестка нет 5 метров. Менее 5 метров. Надо включать проблесковый. О, спасибо. Хотя бы так. Да. Так, ну идем дальше. ГУВД. Ну какая-то ерунда происходит. Полно. Вот так. Указание МВД. Буду жалобу оставлять сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно жалобу оставить на бездействие. Очень хорошо, пожалуйста, масочки одеваем. Сейчас вам дежурный выйдет, и вы ему все расскажете. Предоставьте, пожалуйста. Хорошо, сейчас предоставим. Все. Почему без маски? Ждем. Они уже выходят, им можно. Наверное, когда выходить можно, на вход нельзя только. Скорее всего так, мне кажется. Так, наверное, где-то написано. Так, что там, дали? О, пожалуйста. Ага, все, спасибо. А здесь, извините. Так, в туалет мне нужно пройти. Можете сопроводить, пожалуйста? Сейчас подойдет сотрудник и вас сопроводит, пожалуйста. О, все, видите, пожалуйста, с камеры по-другому совсем. Без камер подошел, спросил, в туалет можно пройти, начал небылица рассказывать. Не мог сразу сказать, да, нормально. Пока видеокамер не включил. А то целый день на холоде. С 10 часов 30 минут. Да, пусть сам несет ответственность. Здрасте, а что не уважаем губернатора? И остановился, смотрит. Полицейский, что-то закон. О, вот тоже, видите, замечания не делают. Без масок ходят. Ну, хорошо. Кстати, а что вы не выполняете это закон о полиции, полицейский? По поводу? Ну, ко мне обращались, пункт 4 статьи 5 закона о полиции. Сколько раз обращались, ни разу не представились. Вы первый ко мне обратились. Если бы я к вам, другой вопрос. А вот без масок, гляньте, почему замечания не делаете? Ну, я с вами общаюсь, я ж не могу и там быть. Да? Я понял. А когда я обращаюсь, не нужно представляться, да? Нет. Если наоборот, я к вам обращаюсь, я представляюсь. А наоборот, вы ко мне обращаетесь, я должен у вас спросить. Фамилия, имя, отчество. А вот, без маски сделайте замечание. Сделаем. Укажем в рапорте. Сделайте маску, пожалуйста. Рапорт? Да. А статья 5, пункт 5. Да-да, на вас жалобу подадим. Очень хорошо. Пожалуйста, внизу 00 на 960. Пожалуйста, вы можете внизу подождать? Не, вы же не полицейский, наверное. Я вам объясняю. Вы можете подождать? Вы полицейский? Так точно. А чем докажете?
что вас интересует? Вы к нам требования уже столько заявили, а... Вас просят подождать несколько... А мы не узнали, кто вы даже. Просьба. Мы вежливо отклоняем. Вы как сказали? Вам подать заявление на бездействие, правильно? Я подошел к вам, спросил, вы почему не выполняете пункт 4 и пункт 5 закона о полиции? Вы прежде, статьи 5. Вы прежде чем подошли, вы как? Да, вы, но вы, пока вы, никто не вышел. Пожалуйста, скажите. Да, правильно, подать заявление нужно. Все правильно, вам предоставить ручку, бумагу. Не, пока никто не вышел принимать. Дежурный где? Сейчас будет. Через сколько? Ну, дежурному доложили, я ж не могу вам конкретно сказать. Вы будете извиняться за нарушение пункта 4, пункта 5, статьи 5 закона полиции или не будете? Если необходимо, извиняюсь. Ну, будете извиняться? Будем. Ну, а где? А что-то не извиняетесь пока. Пожалуйста, пишите. Ну, мы жалобу напишем, если вы не извинитесь. Хорошо. Может, извинитесь? Пожалуйста, пишите жалобу. До сих пор не представил, смотри. Вот упорно, упорно нарушает закон. Прапорщик полиции модели. Как? Я уже представился. Я не расслышу. Вы в эту, в маску говорите, ничего не слышите. Ну, а я что могу делать? Ладно, удостоверение-то покажите, мы прочитаем, да и все. А то невнятно как. Ты представляете, в следующий раз, когда гражданин к вам обращается, или вы гражданину, там обязывает вас закон это делать. Так, Моделин Владимир Владимирович, до 24 года. Все, спасибо. А через сколько примерно выйдет нам? В течение 15 минут, возможно. Я не могу конкретно вам сказать. А, как этот говорил, элемент, в кратчайшие сроки. Вот, все. В кратчайшие сроки, скорее всего, выйдет, наверное. А может и не выйдет. Посмотрим. Вот сейчас прошел без маски, почему не сделали замечание? Вон он. Я говорю, почему замечание не сделали, у нас все перед законом равны или нет? За кого маску он пошел? Так он должен сразу одеть или у вас взять? Смотри какой, а не всем делать замечание. Вот это да. Почему ему можно-то без маски ходить и другим сотрудникам, а нам нельзя, почему? Вы же тоже зашли без маски. Такой обязан предоставить. Вам предоставить? Ну, все правильно. И сотруднику сейчас предоставим, не переживайте. Так он даже не спросил и прошел на территорию. Почему спросил? Он пошел за маской. За какой маской? Он мимо вас пролетел и все. А почему без маски ходите? А это что? А? Это что? Ну, вы там шли без маски. Вы что, вообще-то я сразу вам? Да нет. Я понял, не всем замечания делают. Далее одеваю. А вот время уже... 6 часов, почти 15 минут. Здравствуйте. Старший оперуполномоченный по особо важным делам. Феоктистов Алексей Сергеевич. Феоктистов? Да. Показать, а как извините, имя отчество? Алексей Сергеевич. Да не надо, не надо. Значит, Алексей Сергеевич. Да не надо. Значок. 0-0-0-9. Да, Феоктист Алексей Сергеевич. Ага, 000-988. Угу. Вот, пройдем. Да, давайте. Вы можете, а кто старше у вас дежурный, а, сегодня? А можете сюда и пригласить? Тут серьезный вопрос, тут какой-то бардак вообще полный. Ну, я могу принять заявление, вам недостаточно меня? Да лучше старшего дежурного. Ну, я старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска. Ага. Это просто дежурный глав. А, это выше, да, чем дежурный? Ну, как бы два разных подразделения. Я не знаю, как у вас вопрос интересует. Ну ладно, давайте попробуем вам тогда, раз так. Вопрос серьезный. Пойдите. Почти государственной важности. Давайте могу дежурную подать. Да не надо, зачем? Можете сами принять. Присядьте. Да я вот сюда поставил. Может, может и присяду. Значит, с 10 часов 30 минут сегодня. Давай, присядьте. Вызывали по всем номерам, звонили в Москву, в ГУВД, сюда в ГУВД несколько раз жалобы оставляли. Орджоникидзе 36. Хотели увидеть инспектора ДПС и УКАТа. Сколько по времени? Я проверю, я не там. Приеду сейчас, буду смотреть, что там.
как понять, приеду, сейчас буду смотреть. У нас так говорят, вот как вы только что вот сказали. Сейчас связались с городом, да, начальник города, да, туда направлены сотрудники. А, да, они были направлены еще часа три назад. Я не мог, дежурный, например, связался с дежурным городского управления. Дежурный городского управления сказал, а сотрудники были направлены, куда будут смотреть. Вы если увидите на административном правонарушении, если я машина припаркована, то будет выкурить. Смотри, приехал, я не готов сказать. Вот у меня деньги закончились, вот я звонил вот целый день сегодня. Вот, понимаете, я звонков, 60 звонков совершил. Вот. Вот сейчас вот звоним при вас, смотрите, у меня деньги просто. И я вот совершил кучу звонков. Для продолжения звонка вам необходимо пополнить счет. Все. Ну я понял, мне дежурный сказал, вот, смотрите, ваше сообщение все зависит. Вот видите. Вот, количество звонков, я вам показываю. Смотрите, вот, вот это сегодняшнее число начинаем. Вот звонил. ГИБДД оператор позвонил. Потом 70, потом вот ГИБДД дежурная часть. Вот телефон. 269-60-72. Три раза. Потом ГУВД Воронеж. Один раз. ГИБДД дежурная часть. 12 раз. 12-02. ГУВД Воронеж. 12-17. ГИБДД дежурная часть. 269-62. ГУВД Воронеж, еще раз. ГИБДД дежурная часть, еще раз. ГУВД Воронеж, два раза. ГИБДД дежурная часть, еще раз. ГУВД Москва, два раза. ГИБДД дежурная часть, два раза. ГУВД Москва, еще раз. ГУВД Воронеж, два раза. ГИБДД дежурная часть. ГУВД Воронеж. ГИБДД дежурная часть, 17 раз. ГУВД Москва, два. ГИБДД дежурная часть, еще. ГУВД Воронеж, 13-16. ГУВД Москва, три раза. 13-18. ГИБДД дежурная часть, 13-25. ГУВД Воронеж, два раза. ГИБДД дежурная часть, ГУВД Воронеж, два раза. ГИБДД дежурная часть, два раза. ГУВД Воронеж, пять раз. ГИБДД дежурная часть, 17 раз. ГУВД Воронеж, 12 раз. ГИБДД оператор, который на 36 принимает. ГУВД Воронеж, два раза. ГУВД Воронеж, один раз. ГИБДД, два. ГУВД Воронеж, 10. ГУВД Москва. ГИБДД дежурная часть, ГУВД Воронеж, 6. И вот нам, начиная, мне конкретно, мне, еще вот Александр звонил. Ты сколько раз здесь, наверное, ты звонил? Ну, да, так, да, да. В разные организации. И вот мне, начиная, вот МВД по городу Воронеж, я начал звонить 14.00. Видите, вот МВД первый звонок совершен 14.00. И вот, начиная с 14.00, мне вот то же самое говорят, что и вы. Мне не нужно говорить, понимаете, это просто-напросто, я считаю, это считаю, что вранье, то, что он говорит. Он сначала говорил, в кратчайшие сроки будут направлены, потом говорил, направлены к вам, потом говорил, что заканчивают оформлять ГИБДД, ДТП, и будут приняты меры. Потом говорил, что опять кратчайшие сроки, и вот это все происходило с двух часов. Вы это указали. То есть с двух часов до шести часов вот это все происходило, понимаете, да? А вот непосредственно в УМВД. А до этого нам говорили, что тоже приедут. Но потом приехали инспекторы и быстро уехали, после того, как приехал ответственный. Вот хотелось бы узнать от вас, чтобы вы уточнили, связались с ними. Вот это не пойдет, вот это ближайшее время, кратчайшие сроки. У всех понимание кратчайших сроков разное. Вот мы кратчайшие сроки ждем уже сегодня с 10 часов. Это прошло ровно 8 часов. 8 часов на сегодняшний момент. Мы там находились на улице, на морозе. 8 часов. Без еды никуда не уходили оттуда. Мы ждали, что примут меры по нашему обращению. Но меры не примут, не приняты, поэтому это не пойдешь. В кратчайшие сроки разберутся, приедут, нам уже говорят это сегодня целый день. Поэтому прошу вас конкретно узнать, нам сказать время, когда туда приедут. Может, они через 5 часов еще приедут, тогда мы не будем ждать, а может, будем. Может быть, еще пару жалоб поставим каких-нибудь. Поэтому прошу вас узнать точное время прибытия и уклада. Как это не скажет? Ну, это не электричка, у вас будет Быков. Подождите, мне все время говорили точное время. До этого я звонил, постоянно говорили. Вот точно прибыл. Во сколько? 12, 10. Ну, плюс-минус. Нет. Что плюс-минус? Ну, грубо говоря, вам сказать, что 10 делать сообщение вам, скажем, через полчаса будет. Вот я когда звонил, приехали первый раз, они где-то часа в два, наверное, приехали.
Вот я уже позвонил где-то 13:40, и мне сказали, сейчас приеду через 10-15 минут. И так и было. Сейчас мы утром не включим. Почему? То есть мы будем ждать туда до бесконечности? Я не знаю. Как этого не знаю? А кто знает? А кто знает, сколько нам ждать? Я не готов. Можно ли? Я не пойму ничего. А кто готов-то? Кто готов? Мы пришли в полицию или куда? Кто вам, скажет время прибыть сотрудник полиции? Через 3 минуты. Есть такой регламент, когда... Значит, обеспечить туда прибытие... Сообщить. Дежурный главный полиции. Обеспечить прибытие тогда ответственно по городу Воронеж туда. Ответственно ГИБДД. Они не оформляют ДТП. Ответственный. Через сколько будет ответственный? Откуда я могу знать, через сколько будет ответственный? Ответственный... Возможно, ответственный находится где-то на другом месте происшествия. Так вот он скажет, что... Эвакуатор находится где-то в другом месте, и курит другую машину. Как может дежурный тот же... Нет, эвакуаторы мимо нас проехали, понимаете? Одну машину эвакуировали, я вам рассказываю. А один пустой проехал. Мы подошли к инспектору по эвакуации, сказали ему, инспектор, вот, Орджоникидзе 36, надо подъехать. Где-то был на Платонов, прямо рядом. Орджоникидзе, зовут Платонов. Я не знаю, я не знаю, что тоже работаю. Возможно, я тут эвакуатор попадался в другое место, где там эвакуировать надо было. Так вот, мой инспектор узнали, он сказал, никто нас не управлял по Орджоникидзе 36. А перед этим мне инспекторы сказали, мы связались с дежурной частью, направили эвакуаторы. То есть целый день вот эта кутерьма творит, целый день вранье, понимаете? Инспектор, который эвакуацией занимается, он говорит, меня никто не направлял. Инспекторы, которые приезжали туда, они сказали, мы связались с дежурной частью, дежурная часть направила. Звонили в дежурную часть потом, я говорю, содействие окажите, они говорят, мы направили к вам эвакуаторы. Это что такое получается? Давайте уточним. Вы поняли, мне непонятно ничего. Я вам не могу сказать, насколько приедет. Так, ну вот мне надо узнать, значит, это время. Будем сидеть, ожидать вам. Будем ждать тогда. Будем жалобы тогда оставлю. Вопрос. Пока не приедет. Уточнить не можно вашу электронную почту, потому что было написать ответ. Маша, давайте, напишу вот вам. Попаду повнимательнее. Чем смогу. Напишу. Наверное, так, чтобы понятно. Да, вот. Вот так понятно. О, здравствуйте. Ваш Мартин, да? Да. Это по вашему заявлению, талончику уведомления, что мы зарегистрированы в КОСП. А вы кто? Я дежурный ГУ МВД России, моя фамилия Чибисов. Чибисов? Да, мы с вами сегодня общались. А, ну вот так вот. И Москва общалась с вами, да, сегодня? Это все общались, конечно. Все, да? Ручечку держите. А что они бездействуют-то все? Что бездействуют? Экипаж же был на месте? Ничего не принял. Экипаж был на месте? Не принял мер. ДПС. Не принял мер. Не принял мер, ну, значит, разберутся в ходе рассмотрения заявления, правильно? Сейчас повторно приедет экипаж. Когда сейчас? Сейчас посмотрим. Ну, после развода. Сейчас развод закончится, приедет экипаж. А, после развода. А нам говорили после ДТП? Ну, это я не знаю. Потом еще после развода. Сейчас еще повторно по вашему заявлению приняты меры. Созвонились с батальоном, позвонились с МВД. После развода экипаж приедет. А, уже после развода. А развод во сколько заканчивается? Развод 7 часов проходит. Из 7 до 8. Ну, не знаю, точно как получится. То есть после 8 уже, да? Я еще раз повторю, после развода. А почему, почему не до? В смысле? Ну, не до развода, почему? Потому что новая смена вступает в 7 после развода. После развода. А старая почему не смогла приехать? Вы можете подсказать? Алексей Александрович. Да я понимаю все, я почему. Не могу вам рассказать, потому что я не направлял такие. А правильно? Кто направлял? Я еще раз говорю. А почему вы меры не приняли? Почему содействие не оказали? Содействие оказано, меры приняты своевременно. Ни одна машина не эвакуирована. Ну, это же второй, это инспектор на месте виднее, правильно? Он вызывал. Есть административных правонарушений. Он вызывал. Ну, это не к нам вопрос. Он... Наряд прибыл на место? Да. Инспектор был на месте? Да. Он оценил обстановку? Да. Вот. Вызвал эвакуатор при мне. И дальше? А дальше я увидел эвакуаторы, которые долго не приезжали на Платонова. Они проезжали мимо... Какие вопросы? Мимо Платонова. Спросил у инспектора. Он говорит, ко мне никто заявку не давал. Нам какие вопросы? К вам? Сказали, бардак полный происходит. Бардак, вам понятно? Талончик нужен, нет? Мне нужен. По регистрации, сейчас. Пожалуйста. Бардак, пожалуйста, который сам. Никто не может ничего прими никто меры, сделать. Хорошо. Какие меры? По вашему обращению. А кто старший дежурный сейчас? Вы? Я его, нет, не я. А можете пригласить? Обязательно пригласить. А кто главный по МВД сейчас, соответственный по МВД? Бухтияров Алексей Иванович. По ГУВД? Да. А он на месте? Не знаю, спросите комендантского взвода. А, понял. Вы будете расписывать? Да, конечно, я понял. Ваша роспись, фамилия, инициалы. Вот это бардак. Конкретный. Прибыл. И знаете, за что он привлекал? За ремешки, которые мы просили. Да, понимаете, там не знаю, в машинах никого не было, их никак не привлечешь. Там так у нас все зафиксировано.
номер пусто вот здесь вот. Угу. 9103, да? Да. Угу. Так. А можете еще пригласить ответ... начальника смены? Ну, да, ответственно. Можете пригласить по... Значит, приглашу старшего туда, пожалуйста. Да, да, это что-то непонятная ситуация какая-то. Уже после развода. Это нам еще, значит, дать 2 часа, да, получается? Ну, это, конечно, не это ваше право. А, наше, да? То есть наше право мерзнуть, а ваше право в тепле сидеть, я правильно понял? Не, я правильно понял, вы в тепле сидите, а мы с 10.30 там мерзнем? А, это ваше право, да? Ну, понятно. Ну, хорошо вы, да, обыграли. То есть ваши обязанности вы на нас перекладываете, что наше право там стоять, да? А ваше право реагировать незамедлительно, понимаете, устранять нарушения, а не заставлять граждан ждать по 8 часов, как это было уже второй раз. Да, надо мне обратиться к начальнику, руководителю. Вы можете записаться на прием? Нет, чтоб сейчас ответственно пригласили. Зачем мне на прием? Что, зачем мне на прием, когда сейчас нарушение надо устранять? Нет, для чего мне на прием записываться? Сейчас нарушение, а вы на прием. Это для чего? Вы логику не видите совершенно, мое действие. Ну, да, вы хотите к начальнику или к ответственному? К ответственному. Который сейчас старший. Да, доложите, пожалуйста, ситуацию, что происходит. Надо гнать шею сотрудников ГИБДД, понимаете, УМВД вместе. Прям в шею гнать, которые не могут организовывать. А вы не можете ничего сделать и организовать это все. И попустительством по службе там, может, кто-то занимается. Нет, может, кто-то занимается попустительностью по службе, я хочу узнать. Вы заявление написали? Написал. Я уже знаете, сколько заявлений сегодня написал? Если будет установлено нарушение со стороны сотрудника ГИБДД, будут приняты меры дисциплинарного взыскания. Да мне-то что? Нарушение-то происходит. Еще к нам. Понимаете, нарушение не устраняется. Экипаж был на месте? Он ничего не сделал. Был на месте? Он уехал после того, как ответственный приехал. Вы обращение, что экипаж уехал. Вы уже написали? Да я уже много написал, что себе. Зачем? Я оставил много. Вам сообщат результаты проверки. Я понял. Ну, хорошо. Хорошо, тогда жду ответственного. Да, вот такой вот у вас. Видите, что происходит тут. А вы маски, маски. Маски, тьфу, по сравнению с тем, что происходит. А они маски, маски, да? А у них тут вообще... Административные правонарушения под носом, они их не устраняют. Массовые. Почему тогда ни одна машина не была эвакуирована? Почему? Вот. Проведут проверку, знают. А машина не эвакуирована. Потому что они вызывали эвакуаторы, а эвакуаторщик не был заявка. Тут логика, тут череда логических значит, сплетений и хитрых переплетений. Тут все состоит из логики и метафизики. Все вот это, то, что мы сегодня происходило, это вот, понимаешь, такое есть. Вот логика, метафизика разные вещи. Но сегодня они переплелись воедино.